Это подкастус студии Артемия Лебедева. Здесь мы разговариваем с интересными людьми, в том числе иногда и о дизайне. Сегодня мы обсудим профессию пиар-менеджера. Гость этого выпуска – Михаил Васин, руководитель корпоративных коммуникаций лаборатории Касперского. Нет, вы так меня не спровоцируете, топ-3. И вот это умение чувствовать вообще, куда нужно заходить, в какую дверь, да, это навык профессионального пиарщика. Ко мне пришел Евгений Касперский и сказал, ты что ты, ну не парься, все хорошо, да. Профессиональные пиарщики, они не врут. То есть они подсвечивают именно лучшие стороны своего бренда. Пиар умрет, средства массовой информации умрут, а работа пиарщика претерпит изменения. Но вообще унылый пиарщик это беда компании, цифровое похмелье, да, о том, что вы иногда что-то постите, а потом страдаете от этого. Мальчики в пиаре не выживают. Все-таки пиарщик, помимо кругозора, второе, да, это грамотность. Если человек безграмотный, то, в общем, выпускающего редактора на всех не напасешься. То есть нужны грамотные люди. К сожалению, их не так много. Друзья, всем привет! У нас сегодня в гостях Михаил Васин, PR-менеджер лаборатории Касперского. Я хочу вам зачитать небольшую подводку. А Михаил специалист с многолетним опытом работы в одной из самых известных на мировом уровне российских компаний. Прошел карьерный путь от менеджера до руководителя корпоративных коммуникаций. Выстроил с нуля коммуникацию работы бренда Касперский в странах Латинской Америки, Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки. Усилил продвижение бренда на домашнем рынке и в странах СНГ. А еще многократно занимал лидирующие позиции в рейтинге топ-1000 ассоциаций менеджеров и АКМР. Все верно? Да, все верно. Правдивая информация. Хотя в целом, знаете, как бы деферам бы приятно слушать. Дайте мне еще 2-3 странички текста, и я вам набросаю информацию про себя. А, на самом деле мы в пиаре обычно находимся по другую сторону камеры и интервьюируют наших экспертов, менеджеров, поэтому на самом деле очень приятно, что вы меня позвали сегодня в студию. А, спасибо, что пришел, и мы сегодня говорим про профессионалов, про профессионализм, про какую-то экспертность, про навыки, которые позволяют а, стать профессионалом в той или иной области. Скажи, какие вообще существуют метрики, которые измеряют, ну как бы, ПР а, как деятельность, то есть вот кто такой успешный там или хороший пиарчик на твой взгляд? Ну, здесь есть как бы классические метрики, о да, которых мы можем там говорить. Это охваты, это вовлеченность там аудитории, если мы говорим про соцмедийную часть а, а, коммуникации. А есть и общее понимание менеджмента и руководства компании о том, что пиар работает на репутацию. И вот это, наверное, основная, основополагающая история, в отличие, допустим, от того же маркетинга, где у тебя есть очень понятная история с лид-генерацией, с какими-то конкретными вещами. Ты сделал активность, и ты получил результат. Следующая активность результат. В пиаре часто ты не можешь поймать этот результат вот просто сиюминутно. То есть это скорее такая стратегическая функция любой компании, направленная на продвижение твоего бренда, на формирование лояльной аудитории. Ведь не всегда у бренда все происходит прекрасно. Бывают кризисные ситуации. И если ваши э -э пиарщики, э коммуникационщики работают эффективно, то в случае вот такой кризисной ситуации от вас не отвернется аудитория. Mm. Она будет вам лояльна, и она просто вам это простит. Вот это как бы долгосрочная коммуникация, которую выстраиваю я, например, для бренда лаборатории Касперского. Да. То есть пиар — это антикризис менеджмент, получается? А это, на самом деле, большая часть. Здорово, когда антикризиса нет, но помимо антикризиса, просто в антикризис все, безусловно, замечают, необходимость коммуникации, общения с прессой, с аудиторией, и ценность твоя в этот момент вырастает в глазах основных стейкхолдеров. А основная рутинная работа, она, конечно, направлена на продвижение там, продуктов или услуг и вот формирование такого позитивного мнения о компании. И причем здесь очень важный момент, что пиарщики, профессиональные пиарщики, они не врут вот как там есть такая фраза о том, что правда достаточно многогранна, да, то есть они подсвечивают именно лучшие стороны там, своего бренда. И вот это умение чувствовать вообще, куда нужно заходить, в какую дверь, да, это навык профессионального пиарщика. Если вот мы говорим про известность компании на мировом рынке, как лаборатория Касперского, то в чем заслуга пиар-службы? А, смотрите, ну здесь, наверное, надо немножко рассказать о том вообще, как лаборатория Касперского завоевала мир, и в лучшие годы, ну понятно, вот до санкционные, а до вот эти э, пандемийные, мы делали порядка 80% нашей выручки за рубежом. При том, что как бы здесь мы бренд номер один. Как мы выходили? Как мы стали, например, номером один по коробочным решениям в Германии, потом во Франции и даже в Соединенных Штатах, когда наши коробки стояли там во всех бестбаях? А мы стали делать лучший продукт. То есть Евгений Касперский поставил задачу R&D, то есть исследованиями разработки, сделать лучший продукт. Никто не знал про лабораторию Касперского, пока мы не стали побеждать в конкурсе. Что такое конкурс? Это технический конкурс, да, то есть это соревнование между всеми брендами, которые работают на антивирусном рынке, по там, отсутствию ложных детектов, по детекту, по там еще огромному количеству показателей, и вдруг никому неизвестный бренд из России завоевывает первые места. Случается раз, два, три, очень много на самом деле в немецкоговорящем э, пространстве, там в Австрии, в Германии таких тестовых лабораторий находилось. Ну, как бы, видимо, это просто сущность людей, там все протестировать, понять, что лучше. И мы вдвоем раз, два, три, четыре, то есть э, про нас начинают обсуждать в индустрии, ну, как бы, что это вот за бренд, может обратить внимание. И тут подключаются коммуникации. Коммуникации начинают это рассказывать, в то время как другие бренды, наши конкуренты, Тогда они были достаточно сильны в Европе, они как бы проспали этот момент. То есть мы стали брендом, который быстрее всех и адекватнее реагировал на запросы СМИ. СМИ нас полюбили, они стали при любом удобном случае там, вирусной эпидемии, каком-то заражении обращаться к нам. И таким образом, наравне там, с работой с каналом, а мы продаемся через канал дистрибуции, мы выстроили вот этот вот сильный бренд, который позволил нам там стать номером один на там, рынке некоторых европейских стран. Вот как бы вот здесь вот подключается как раз коммуникационная часть. И без этой коммуникационной части, ну, наверное, мы бы остались маленьким местечковым брендом из России. И да, есть у нас там один конкурент, который как бы решил не выходить на зарубежные рынки, конкурент из Питера. Вот он как-то для себя не выбрал эту нишу. И теперь в принципе про него мало кто знает, даже здесь в России. Вот здесь такая вот ценность коммуникации, которая там помогла компании. Ну и, безусловно, тут, наверное, я сразу скажу про Евгения Касперского, который сам по себе большой пиарщик, то есть он практически каждый день Это пишет правда. блог. Это правда, да. Про путешествия, про партнерские, про какие-то мероприятия, которые он посещает. То есть его календарь достаточно плотно расписан. Он, наверное, путешествует не меньше, чем Артемий, да, если вот так вот смотреть, да, по календарю. Вот. И он когда-то сам, посетив, еще до основания лаборатории Касперского, посетив выставку в Ганновере Цепет, это была большая технологическая выставка, сам задал все вопросы, сам на них ответил. И вот компьютер-пресс, по-моему, был такой журнал, он разместил там это интервью. То есть он абсолютно четко понимает и понимал тогда, что публичность — это важная история. И вот мы до сих пор как бы идем в этой конве... Рассказываем достаточно открыто, правдиво, о том, что делает компания. У Касперского пиар в почете. Это так. Круто. А как выглядит вообще твой рабочий день и чем конкретно ты занимаешься в компании? А, ну, смотрите, тут, как бы можно сказать: о том, когда ты приходишь в компанию, вот практически же 18 лет я в лаборатории Касперского, такое совершеннолетие в пиаре, да. вот Вообще в индустрии где-то лет 20, до этого у меня были там другие. Компании я работал где-то полтора, где-то три года, а вот и все попробовал. И, а если мы говорим вот непосредственно про рабочий день, обычно специалиста как бы ты приходишь, пишешь пресс-релизы, я также писал там года четыре, наверное, тексты, это такая рутинная история. Но когда я оказался в компании, вот можно сказать первый день, мне сказали через три дня выходит корпоративный датчест на всю компанию, пожалуйста подготовь такой, как, не знаю культуры, не знаю вообще о чем писать. Ну, безусловно, я там поднял прошлые выпуски, познакомился с людьми. Кстати говоря, это было очень здорово, да, это такой вот внутрикорпоративный блок, тебе позволяет познакомиться прямо вот как бы с большим, большим количеством, понять вообще культуру компании, куда ты попадаешь. А дальше, как бы после этого мы начали завоевывать там разные рынки, где на самом деле у нас уже где-то были офисы, где-то надо было выстраивать, как там, например, в Латинской Америке или в Восточной Европе или там, на Ближнем Востоке, коммуникации с нуля. Я просто вспоминаю, мне тут тоже недавно спросили, а вот вы сейчас пришли там в глобальный юг, наверное, там интенсифицировали свои усилия. Я говорю, знаете, первую пресс-конференцию в Дубае я делал в 2008 году для лаборатории Касперского. Ну, то есть, как бы мы там присутствуем очень давно. Вот, и, значит, я выпустил этот дайджест, получил отклик, на который не всегда знал, как реагировать, поскольку я никогда не работал с айтишниками, и а, там есть определенный свой специфический юмор, наверное, так же, как и у дизайнеров. Вот, это было интересно. Через какое-то время вот мы начали выстраивать коммуникации там, в других регионах, это тоже такая амбициозная часть. Сейчас моя задача, если как бы вот, возвращаясь к твоему вопросу, заключается в том, чтобы лучшие практики из одного региона переносить в другой регион. То есть часто бывает, что а, специалисты что-то придумывают, но как бы это не находит. ну, когда у тебя компания большая, и когда у тебя в коммуникациях уже не четыре человека, как было, когда я пришел, а когда это сотни человек, что какие-то классные проекты, они где-то могут просто умереть. И вот привнести лучшие практики и а, дать лучшие стандарты, в каждый из регионов, где мы присутствуем и учитывая их специфику. Ну, вот это наверное моя как бы задача такой немного координации. Ну и безусловно, стратегическая история- это придумывать новые проекты, придумывать новые подходы и помогать бизнесу подсвечивать те решения. Но ну, это как бы работа вот, с командой, то есть это как бы очень много работы именно вот, с людьми. То есть если вначале это было в основном с компьютерами, с текстами, теперь это больше как бы работа с стейкхолдерами и с командой, с коллегами. А за какое количество стран в лаборатории ты отвечаешь? Ну, сейчас это где-то порядка 40 стран. А это достаточно интересно, поскольку ты не замкнут русскоязычным пространством, ты смотришь, как реагируют на те же новости арабские страны, какие-то восточные страны, латиноамериканцы. То есть везде есть какие-то особенности, которые можно э, там подсвечивать. Даже на культурном, э, в культурном пласте, э, например, как празднуют день рождения у нас. Мы ведь как накрываем обычно поляну, ставим торт и приглашаем коллег, ну как бы давайте... Столы буквы П. Да, да, ну это по-разному, зависит от масштаба. Вот, я говорю такое про офисное празднование. А в некоторых странах там по-другому. Тебе накрывают, а, приносят торт и, видимо, от зависимости от того, насколько большой торт тебе принесли, настолько сильно тебя любят коллеги. Вот. Иногда бывает, когда люди буквально попадают в другой контекст, они чего-то ожидают. А, как бы приехавший человек в Россию, а все говорят, "Ну, слушай, это а поляну ты будешь накрывать, да?". Вот, потому что у нас в Московском офисе, безусловно, есть сотрудники, которые там, приехали из других наших офисов, и иногда выпадают дни рождения, и вот такая интересная коллизия может случиться. Но там много и других менее веселых историй, да, где, безусловно, нужна помощь коллег, находящихся локально. И вот здесь вот мы уже привлекаем агентства, которые нам помогают с спецификой. Это пиар агентство которых у нас тоже там несколько десятков. Супер. Вот если про специфику поговорить, в чем отличие работы на российском рынке и на рынке вот как раз-таки тех регионов, про которые ты говорил уже? Ну, российский рынок у нас домашний, поэтому, безусловно, здесь с одной стороны проще, а с другой стороны сложнее, потому что, как бы, как, не знаю, там, наверное, в дизайне, в маркетинге, в пиаре разбираются все. И все пытаются иногда тебе навязать какую-то точку зрения. И здесь вот а, профессионализм заключается в том, чтобы и ты, и твоя команда могли отстаивать эту точку зрения. Почему мы делаем именно так, почему мы идем именно в те СМИ, или почему мы реагируем на какую-то ситуацию. А в зарубежных странах мы, безусловно, не являемся, а, как бы, главным домашним брендом. Поэтому наша задача а, в этом плане сложнее но во всех регионах, где моя команда делает пиар, мы стали номером один среди брендов по заметности, по показателю share of voice, да, заметности нашего голоса среди конкурентов. Брендов, да, среди mm -hmm. конкурентов. Круто. А ты просто планомерной работы за год-два становишься брендом номер один, и это, конечно, конкурентов так напрягает вот интересно, ты уже очень долго работаешь в компании, и в целом не все так долго умеют работать в одном и том же месте. Расскажи, какими своими профессиональными успехами ты больше всего гордишься, и какие твои глобальные цели не с точки зрения того, куда, может быть, вывести компания, а вот про себя, в своей профессии, чего бы ты хотел достичь? Ну, тут сразу несколько вопросов, но я, наверное, начну с того, что чем, чем я горжусь в целом. Есть некоторые проекты, которых, о которых вспоминают ну, как бы не один год. Мы, однажды, оказавшись с Евгением Касперским в Волгоградской области, подписывали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности, но ну, это тоже такая часть пиара, да, когда ты с регионом. Сейчас, кстати, мы, мне кажется, такие соглашения особо не подписываем, но когда-то это было популярно и региону, что он заботится о безопасности, и нам интересно. Вот, а, а, находясь как раз в кабинете, мы, а, точнее, наверное, пытливый взгляд Евгения, заметил город Урюпинск на карте а, Волгоградской области. А, с Слово, да неужели он существует, да, такой мифический город Рунета. Вот, на что губернатор сказал, да, действительно, давайте мы проведем там какую-нибудь конференцию. На что Евгений сказал, ну, давайте, и мы благополучно об этом забыли. Прошло там несколько месяцев, и вдруг мы получаем письмо от губернатора, он-то не забыл, сказал, Евгений, вы когда приезжаете к нам с конференции в Урюпинск? Мы как-то так обсудили, ну, думаем, ну, ладно, мы как-нибудь так сейчас вот, как бы Рюпинск вроде не в наших приоритетах, да, небольшой город, да, то есть почему Рюпинск, и мы как-то, в общем, попробовали отойти от этой истории, но через некоторое время, говорю, ну, это пришел второй раз, и тут Евгений, он как бы чувствует вообще как бы ситуацию, какая-то интуиция, он говорит, слушайте, вообще это хорошая идея, делаем конференцию. И вот тут вот полгода подготовки, там 300-400 человек в Урюпинский, бразильский карнавал, Вау. конференция «Безопасная завтра Рунета» с министром связи и коммуникаций. И, в общем, вот такой проект, он дает не просто классный пиар, он дает еще эмоциональную составляющую. И вот здесь вот эмоциональная составляющая, она на самом деле очень важна, потому что как бы люди забывают контент, ну, как бы ты рассказываешь про какие-то технологии, про продукты, про угрозы, но им как бы и через некоторое время для того, чтобы это вспомнить, ну, нужно зайти хотя бы там в интернет, да, поискать это. А эмоции, они остаются. И вот я помню, что мы провели вот этот проект, мы назвали «Касперский открывает города», мы провели его в Рюпинске на следующий год, в Космедемьянске, и флер, вот такой шлейф от этого, он сохранялся порядка там 4-5 лет, то есть люди вспоминали. Люди вспоминали там день, когда мы туда поехали, на каких-то пресс-конференциях, которые мы проводили, там, встречались знакомые, которые познакомились у нас, люди, они это обсуждали. То есть это вот, как бы, сделать такой проект, это то, что тебя держит в компании, да, то есть ты в какой-то момент можешь подумать, ну, как бы, да, а до этого у меня был очень такой стандартный 2-3 года и следующая компания, и вот как раз вот этот проект, там, «Касперский открывает города», он меня задержал в компании. А дальше как раз это была история, связанная с проникновением на другие рынки, выстраиванием коммуникаций в новых обстоятельствах. А, то есть вот такие проекты, они появляются в компании прям вот как бы год через год, а, и поэтому я даже как бы, если как бы я думал когда-то о переходе там, в другие бренды, то... Сейчас я понимаю, что я могу здесь применять все свои усилия, и, может быть, даже более эффективным, потому что я просто уже знаю как бы всю историю развития компании, и там и новым сотрудникам могу это рассказать, и как бы, ну, формат обучения, он все равно такого менторства уже к моим сотрудникам он присутствует, и это, на самом деле, кажется мне для компании как бы очень здорово. Я тут, наверное, вспомню, это же не вспомню, а приведу пример, моего отца, который работает в научном центре 51 год. Ну, то есть я как бы никогда не думал, что я как бы буду работать так же долго, да, где-то в какой-то из компаний. Но в целом вот есть такие примеры, да. Ну вот ты рассказал такое нестандартное, нестандартное решение, очень интересная история с Рюпинском, но ведь у тебя же тоже не совсем стандартный путь. Ты по образованию экономист. Да. Но при этом работаешь пиарщиком. Как да, так это случилось? случайность. расскажи. Это случайность. А, ну, на самом деле, как бы, может быть, все случайности — это закономерности, которых мы просто не понимаем, как они работают. Да, действительно, я экономист и маркетолог, и, а, может быть, как раз вот маркетинговое образование мне в чем-то помогает а, вообще чувствовать потребности и как-то интуичить по каким-то там вопросам, да, больше, чем вот человеку, проучившемуся на факультете связи с общественностью. Сейчас, благо, есть такие факультеты. А, я как бы всегда так смотрю, чтобы они были не столь теоретическими, а практическими, потому что приходящие люди часто как бы многие вещи в практике изучают. И вот я изучал это в практике. То есть а, я работал тогда в центре правоподдержки местного самоуправления, это компания, которая некоммерческая, которая организовывала там, поддержку реформы местного самоуправления, когда-то в, ну, в начале нулевых количество муниципалитетов удвоилось. Может быть, мы это не особо почувствовали в Москве, но по стране это произошло. И там как раз я отвечал за издательское образование, образовательское и информационное направление. В целом как бы все развивалось очень органично, но в какой-то момент я понял, что как бы эта история, вот в общем-то, себя изживает, и уйдя, вот я сейчас, как помню, там в конце декабря под Новый год э, из центра, я получаю предложение от одной из бывших сотрудниц, которая э, там с теологическим образованием, лингвист, э, э, не хочешь попробовать себя в пиар-агентстве? Я в тот момент был в таком распутье, то есть что попробовать, э, э, буквально там под Рождество такой подарок. И я говорю, ну, ты знаешь, я вообще как бы считаю, что пиар на тот момент считал это часть маркетинга, сейчас я, конечно, так уже не считаю. И попробовать новый инструментарий, почему нет? Ну, как бы тебя зовут, работать с зарубежными брендами это интересно, какие-то новые практики. Я соглашаюсь и ухожу вот, буквально там после январских праздников пиар-специалистам пиар агентство продвигать зарубежные бренды. А в целом я должен сказать там, спасибо как бы, там, Инне, Розе, да, вот тем людям, которые были рядом со мной, такими менторами, которые мне в тот момент подсказали, как что делать, а тогда вот там писали тексты, а вот а это был очень хороший такой стимул повысить свою грамотность и а в целом, как бы, научиться, там, работать и с переводами, и а, как бы, ну, с людьми я всегда общался, поэтому работать журналистом мне как бы, не было какой-то такой сложностью, да, вот. И так я погрузился в эту, в эту специальность, абсолютно вот таким как бы погружением, да. То есть попробовал, получилось, подумал, а почему бы не попробовать уже работать в большом бренде. Потому что когда ты работаешь в агентстве, это всегда много брендов, это не очень... Возможно, на самом деле, погрузиться, потому что ты как бы разделяешь свое время, ты все время находишься в потоке, и в целом обычно в агентствах тобой не очень довольны ни как в агентстве, ни как клиент, и ты находишься в постоянном стрессе, потому что тебе все время нужно сделать лучше, показать больше. И это ну, достаточно стрессово. Там, я даже вспоминаю вот книгу там, Михаила Умарова: да, он сейчас руководит одним из агентств, о том, что мальчики в пиаре не выживают. Да? Ну вот, по-разному бывает. Но в целом это стрессовая история. Мне кажется. Женщины, в общем-то, более устойчивы как раз вот к такому потоку событий. И в отличие, допустим, от маркетинга, в пиаре как-то ты не можешь ослабиться, потому что у тебя постоянно ты находишься в информационном потоке. И, соответственно, я начал искать работу. У меня было несколько предложений, и вот в тот момент, там, в 2007 году, я почувствовал, что надо идти в IT, потому что у меня были там и страховые компании, и промышленные, и там, в общем, целый спектр был, подборка. Не знаю, чувствовал ли я, что IT вот сейчас так как бы рванет или нет. Ну это наверное какая-то удача, да? Хотя в удачу я не очень верю, да? То есть как бы. Это чуйка, да, чуйка, да, как раз да. пиар. Возможно, возможно, да. Вот. И я оказываюсь как раз вот в лаборатории и через три недели после того, как я здесь оказался, мы делали международный преступ. То есть вы представляете, журналисты от Аргентины до Новой Зеландии приезжают в Москву. Это было, ну вот, это было вообще что-то, что я даже не мог представить. То есть мало компаний вот на тот момент вообще организовывали такие мероприятия. А это экспертное мероприятие для журналистов со всего мира. И вот здесь вот почему еще мой выбор пал в сторону лаборатории, наверное, это какая-то гордость. Ты идешь в компанию. Не американскую, сейчас, наверное, это особенно актуально звучит ну, да? Да, да. А, в, в, в текущей ситуации повестки, а ты идешь в российскую компанию, которая завоевывает и уже завоевала какие-то страны, мир, а, ну за которую меня... не стыдно. Да, как бы и, и наоборот гордишься. Да, я как бы горжусь и должен сказать, что я приходил не на повышение какой-то там зарплаты, не на повышение должности, а вот основным мотивирующим фактором был, что я теперь работаю там не на два американских бренда, да, а я работаю на российскую компанию, но также там с зарубежными рынками, также как бы в английском языке, также там, как бы в интересной международной такой тусовке, да. И это был прям вот очень мотивирующим фактором, и остается для меня до сих пор, то есть вот эта вот, наверное, гордость за то, что мы смогли сделать такой интеллектуальный продукт, который вот только в прошлом году, даже могу похвалиться, на вот протесты, я уже говорил, мы приняли участие в 100 международных тестах. В 93 мы заняли первые места. То есть там даже не просто тройка, первые места. Но то есть пока мы делаем лучший продукт, даже те страны, в которых ну там вводят на нас какие-то ограничения, они все равно будут покупать нас. Ну потому что если ты хочешь иметь хорошую защиту, хочешь иметь хорошую телеметрию, сервисы, обучение там сотрудников, защиту критических процессов, ты обращаешься к лидерам, а мы являемся таким технологическим лидером в области информационной безопасности. О, меня приглашают выступить на мероприятии с лекцией про дизайн среды. О, кайф! Круто! Только уже я устала делать эти презентации в дурацком PowerPoint, просто ненавижу его. Кать, зачем тебе нужен PowerPoint? Ты же работаешь в студии Артемия Лебедева. У нас есть бесплатный сервис Фокус, который позволяет очень быстро создавать автоматические презентации абсолютно из любого контента. Ты просто туда закидываешь текст, просто закидываешь фотки, и фокус дальше делает слайды самостоятельно. Более того, эту презентацию потом можно отправить любому человеку по ссылке либо скачать в формате pdf никита я бы никогда не догадалась воспользоваться нашим фокусом спасибо тебе посмотришь потом как получилось конечно друзья заходите на сайт фокуса и создавайте свои презентации по ссылке в описании к этому видео а, там такой интересный момент ты говорил про то что как ты даже вот образование не связано было с предыдущим местом работы, еще с предыдущим. то есть как-то вот очень интересно идет. Есть какой-то момент, может быть, когда ты внутренне почувствовал, что вот пиар это твое, но что ты в правильном месте, я не знаю, ощущение или еще что-то событие, в котором ты понял, что ты выбрал этот путь и движешься, или не задумался. Ну, на самом деле, вот знакомство там с лидером, с Евгением Касперским, да, оно очень мотивирует, да, поскольку человек очень энергетически заряженный, генерирующий огромное количество идей. И когда я пришел в компанию, это была небольшая компания, как сейчас, там на 5,5 тысяч человек, да, там наши сотрудники находятся в 65 странах. Ну, то есть это вот прям глобальная история. А тогда это был такой стартап, ну, 600 человек, все в очень таком энергичном режиме работали, мы не занимались большим количеством отчетов. То есть мы Придумывали, исполняли, придумывали, исполняли. И мне кажется, в какой-то момент, когда я такой был очень напряженный, и я такой молодой сотрудник, да, там много всего валится, а с таким задумчивым лицом стоял, ко мне подошел Евгений Касперский и сказал, да что ты, ну не парься, все хорошо, да. Ну, не знаю, вот я вот это вот все время вспоминаю, там, до да, своим сотрудникам говорю, ну, не парьтесь, да, как бы мы прорвемся, да, вот, не знаю, вот, как, какой-то вот момент, мне кажется, что я понял, что я, в принципе, занимаюсь своим делом, вот, и вот до сих пор я им занимаюсь, да. Я что-то вспомнила сейчас историю про то, как, когда я пришла в студию, познакомилась с Темой, очень стеснялась, ну, как все вначале, наверное, и я пришла, и по делу даже. Я говорю, привет, я Катя, новый менеджер. Он мне сказал, привет, я Тема старый дизайнер. Хорошая история, да. У меня такая же была история, когда у нас в компании, в общем-то, мы все на «ты». А ты приходишь, и ты работаешь в юридической организации, где у тебя, с одной стороны, там Георгий Морщикова, наш попечитель, который когда писала Конституцию российскую, там Жуйков, там по его учебникам, Арифулин, там Кутафин тоже был в Чистском совете, да, в честь кого сейчас называется юридическая академия, да, имя носит а, и вот все такие как бы важные люди и там имя отчество и ты так все время на вы в костюме три года да там с галстуком и ты приходишь здесь такая вот какая-то айтишная тусовка все на ты и первый месяц, я помню, как мне было сложно называть, там, допустим, Евгения на «ты», да, ну, то есть э, вот этот вот какой-то... Барьер. Барьер, да, ну, потом, в общем, как бы справился с этой э, такой вот э, задачей. Но это очень важно, лидеры, когда они... Сто процентов. Э, ...заряжают, располагают даже вот таким как бы небольшим словом, да. У меня ровно такая же история, на самом деле, была. Мы... Я работал, типа, вторую или третью неделю. Мы пришли на встречу, клиентскую большую, приехало много ребят из госсек, с стороны студии было человек восемь. И меня посадили, типа, как это, даже я бы не сказал менеджерить, ассистировать вот эту встречу. Вот, и я сидел возле компьютера, а Лебедев сидел в самом начале стола вот этого нашего длинного. И в какой-то момент он такой, идет какая-то ну, встреча, мы что-то обсуждаем, и он такой, так, Никита, открой вот там вот такой-то, такой-то проект. И я такой, он знает, как меня зовут. Ну, то есть для меня это был шок, потому что в компании работает больше 300 человек. Я просто вот новичок, который проработал типа две недели, и типа биг босс знает, как меня зовут. Конечно, это сразу, ну, поднимало внутри вот боевой дух, и мне еще, еще больше хотелось работать там и дальше пролить себя. Окей, ты работаешь в пиар-индустрии с середины нулевых. Как за это время вообще изменился подход в пиаре? Может быть, какие-то технологии пиар изменились, модернизировались. А, технологии меняются все время. А, мы видим, как все переходит в цифру, как а, а, там, не знаю, в нулевых годах а, там еще не у всех были телефоны. А, там помните такое слово пейджер, да? А, вот, перезвони мне, да, срочно. А, вот. А, до недавнего времени, кстати говоря, тут как бы работая там с японцами, узнал, что они только недавно перестали, вот достаточно консервативная страна, отправлять пресс-релизы по факсу. То есть mm. фуксимильные аппараты, казалось бы, кто о них еще помнит, а там была практика отправить по факсу в издательство, в издание, в редакцию пресс-релиз твоего там бренда. И это вот так работало. То есть люди получали, прочитывали, как-то потом формировали. То есть технологии, они меняются, безусловно. Есть такая вот конвергенция между диджитал-инструментами, и традиционным пиаром, вот, но в целом по большему счету не сильно все меняется. Когда я пришел в индустрию, уже было такое, ну или где-то в начале десятых появлялось мнение, что скоро пиар умрет, средства массовой информации умрут, а работа пиарщика, в общем, как-то там претерпит изменения. Я это все очень хорошо помню, но вот проходят годы, там, Стратегическая роль коммуникации она как бы остается, да, даже тактическая, да. Когда входит а, что-то и об этом нужно рассказать. Ну, то есть я вот здесь не вижу каких-то а, кардинальных изменений. Есть действительно проблемы, ну, допустим, кадровые, да, когда ты пытаешься найти специалиста, а ты понимаешь, что вот мы недавно искали стажера а, в отдел, как раз российских СМИ, и ты понимаешь, что из а, 10 человек а, 8. А, допускают функционные там и моя ошибки. Моя боль сейчас. А все-таки пиарщик, помимо кругозора, второе, да, это грамотность. Если человек безграмотный, то, в общем, выпускающего редактора на всех не напасешься, да, вот, который там будет, и корректора. То есть нужны грамотные люди. К сожалению, их не так много. Вот боль, пожалуйста, да, найти грамотных специалистов. Какие-то остальные вещи, мне кажется, все как бы поправимо, но а, вот очень хорошую школу обычно дают пиар То есть я, например, люблю брать людей из пиар-агентств, потому что там а, люди как раз, ну и у меня сама была, у самого была такая школа, а, люди привыкают работать сразу с разными задачами, с разными брендами, знают, как представить это своему клиенту, как там отчитаться своему руководству. И когда такой человек приходит на сторону э, компании, то он, сфокусировавшись только на, одной, на одном бренде, на одном продукте, ну, там продуктов может быть много, там, не знаю, в лаборатории сейчас больше ста продуктов, да, вот, то есть это не как вот раньше там антивирусы и все, да, там и родительский контроль, и э, B2B какие-то вещи, которые там защищают критическую инфраструктуру, это и сейчас вот новое наше направление, вот. Ты приходишь, и ты фокусируешься, пускай даже на нескольких продуктах, но ты в одной компании, у тебя понятные стейкхолдеры. И обычно эти люди очень эффективны а внутри. Вот приходилось даже выдергивать, когда кто-то приходил из одного агентства, а эти люди, ну, бывает, часто не ищут работы. Ну, то есть они хорошо работают для агентстве, а они довольствуются вот то, что у них есть. Ты да, занимаешься. Да, и ты, конечно, приходишь к человеку, который пришел из того или иного агентства, и говоришь, слушай, вот ты недавно к нам пришел, а кто у тебя там? Еще есть, да, толковые. По кого-нибудь. И ты уже непосредственно приходишь к этим людям, потому что они не вывешивают вот а, самые лучшие а, находки. Это были находки вот как бы не то чтобы люди повесили свое объявление такие. Вот мы тут уже поработали. Найдите нас, да. А, это вот а, как бы рекомендация, что здесь в лаборатории тоже круто а Может быть, даже и круче. Приходи уже закреплять свои навыки, там полученные в агентстве. Короче, ну, если ты крутой, тебя скантят сами, получается. Ну, бывают разные ситуации, но тут можно сказать большое спасибо агентствам, потому что они прокачивают как раз ту молодежь, которая приходит, прокачивают там, на разных брендах, на разных ситуациях. Вот. Это за это большое спасибо пиар-агентствам. Да? То есть можно брать уже вот какие-то подготовленные кадры, вот. Но тут другая оборотная история, что когда ты работаешь с пиар-агентствами, что люди там достаточно часто меняются. Вот. И тут уже как бы задача твоя, если ты выходишь на какой-то рынок. На самом деле ничего не зависит от вывески агентства. Вот на зарубежных рынках ты можешь работать там с Дельманом, Кечемом там, Голином, Хилл Нолтоном. Ну, это такие большие бренды, да. Но все равно это люди. То есть, если мне приятно там с тобой работать, да, то и ты эффективен, то ты работаешь как бы с человеком, да. А дальше уже вывеска, в общем, там как бы и играет роль. Ну, может, она задает просто какой-то стандарт, да? Ну, вот здесь вот так интересно, вернусь немножко чуть-чуть вот прям раньше, то, что ты говорил, студия, несмотря на то, что мы не пиар-агентство, тоже считается таки, такой школой, у которой много выпускников. Люди работают самое разное количество времени, и потом уходят, не знаю, как горячие пирожки, большей частью. Да. Потому mm -hmm. что, вот как ты и сказал, здесь много всего, очень сильно повышается, не знаю, даже выносливость к различному типу проектов, к задачам самым разным. Куча разного общения, много чего прокачивается, и потом человек, как правило, отзывы тех, кто уходит, типа так необычно, я занимаюсь только одним. И то есть концентрация такая уже не из ДВГшника, скажем так, а более прямая, часто в сравнении. Уже становится заметней. Так же, как и наоборот, кстати, некоторые приходят, потому что устали от того, что что-то одно, не приходят, чтобы заняться очень разным. Ну и поэтому конверсия даже у одного человека в агентстве, сколько проектов выпускается, она как-то э, сильно выше. Там за год можно сделать невероятное какое-то количество и жить с этим. Ну, это вот спасибо Артемию, да, что он организовал студию, которая является такой кузницей кадров. Но я думаю, что есть люди, которые возвращаются, да, вот как вы сказали. А вот а... мы сидят здесь. Да, а, -а, -а вот вы вернулись, да? Вот. Да. А, Ради ну, подкаста я... вернулись. Ну, отлично, да. А я ä, могу сказать про лабораторию, потому что как бы у нас есть люди, которые уходят в лаборатории, да, даже вот, например в пиар-коллективе, да, и моя позиция здесь такая, что если ты хочешь попробовать что-то еще, ну ты как бы иди, ну то есть там удержать ты человека все равно не сможешь, какими материальные ценности ты не предлагал или нематериальные, да, человек пробует себя где-то, он набирается новых навыков, и очень большой процент людей, которые возвращаются, ну даже не только про пиар говорю, а там про технические отделы, они возвращаются, они возвращаются уже с новыми навыками. Поэтому это, в общем, выигрышная ситуация для всех. То есть ты, с одной стороны, лишаешься какого-то специалиста, который тебе кажется вот все сейчас остановится, а в этот момент ты поднимаешь тех людей, которые, ну, как бы, может быть, не росли в тот момент или просто боялись инициативы. Это все-таки такой большой страх, да? Ну, то есть попробовать себя в чем-то новом, да? Вот. А потом, когда этот человек приходит, он ä, попробовал в одной, другой, третьей компании, он пришел еще с большим опытом и принес к тебе в компанию. Ну, то есть это, в общем, как бы вот там переходов, наверное, бояться а, не надо. Это интересный человек говорит, который 18 лет в компании проработал. Но я просто вижу, вижу, да, вижу вот эту историю. Ну, мы вот э, с Никитой оба, оба значит, когда-то уходили из студии э, спустя... Я через ровно полгода вернулась. Я не знаю, сколько у тебя прошло? Четыре месяца. Четыре месяца. Я зашла чаю попить, и мне такие, а что, не хочешь, тут проекты интересный. И на самом деле, правда, происходит такая вот, типа, глянуть, наверное, как есть какие-то новые люди. В общем-то, интересно. Но вот уже у меня шестой год пришел. У тебя? Пятый. Ну, как-то так мы вот и живем. Здорово. Да. И причем интересно, насколько, когда ты... Даже, кстати, мне кажется, не обязательно уходить, вот когда поймешь этот момент, насколько иногда важно, как ты сказал, смотреть по сторонам, и просто какая-то эрудиция, она и общение с другими людьми дает тебе новые навыки профессиональные. Во время пандемии я посмотрел на большое количество подкастов. Я вот на самом деле в пандемию практически все время ходил в наушниках, я слушал. Uh, у меня было такое потребление, я меньше читал, я все потреблял в аудиоформате. Uh, и в тот момент, ну, как бы столько всего появляется. Uh, есть зарубежные подкасты на тему кибербеза, да, достаточно популярные, нарративные. Uh, а вот в России ничего нет, да. И тут uh, я прихожу уже к нашим экспертам, мне где-то заняло это время год, чтобы там их убедить, к нашим главным uh, экспертам по безопасности, технологическому и... Uh, как бы будущему ведущему и а, начинаю говорить слушайте а давайте запустим а, Ну, в общем мне заняло это время чтобы их зажечь чтобы как бы запустить этот покаст смени пароль вот мы сейчас выпустили четвертый выпускаем четвертый сезон а, вот и мы видим как а, вроде бы ну подкаст ограниченная аудитория то есть это не миллионы да это там а, десятки тысяч прослушиваний но мы видим как а, как в аудитории профессиональной а ребята, ведущих подкаст, знают, как хотят к нам прийти. То есть у нас есть уже такой а, список людей, которые там просятся, да, чтобы там принять участие. И ты понимаешь, что это добавляет веса тем же экспертам. Ну и компании среди и профессиональной аудитории, ну и в целом подкаст, он там как бы достаточно широкую аудиторию понятен, да. Ну там, может быть, не все эпизоды, но многие они касаются там все от маркетплейсов до а, каких-то таких бытовых вещей, да, как там что-то защитить, да? Вот, и ты вот такие проекты делаешь, они действительно тебя как-то дравят и добавляют какой-то такой вот а, души в, в рутину. И если а, твой работодатель вообще готов к тому, что ты приносишь новые идеи, а как бы вот это как бы большое благо. А вот на твое усмотрение ты же по факту сейчас тоже являешься лицом, принимающим решения, нанимаешь людей и прочее. Я вот понимаю, что я бы вряд ли, видимо, по твоим критериям, которые чуть-чуть уже начала озвучивать, подошла бы на роль пиарщика. Потому что у меня есть проблемки с текстом, несмотря на то, что я тоже много пишу, но я уже зная это, там, дополнительно себя проверяю всеми возможными способами, чтобы у меня не было там всяких этих ошибочек. В чем отличие хорошего от плохого пиарщика? В результате в результате, ну то есть только ну, просто типа все который, получилось который, и. Да, который, ну на самом деле есть такое, он скаунс, да, такое выражение, вот, ну процесс тоже на самом деле важен, да, потому что на какие-то процесс можно закрыть глаза, да, если результат хороший, да, там, допустим, ну вот если мы сейчас там говорим про уч... человек, который, допустим, идеально пишет тексты, но не умеет общаться с стейкхолдерами. Ты просто находишь ему редакторскую работу, которую он выполняет здорово, и у него нет стресса, и он развивается, и он предлагает: а давайте мы что-то изменим, mm -hmm. давайте мы будем писать тексты там, не знаю, более человечными, давайте мы будем добавлять что-то, да, давайте мы поменяем там какую-то редакционную нашу такую политику, да. То есть человек может применить. У каждого можно найти сильные стороны. Кто-то отличный коммуникатор, но как бы вот с этой частью у него есть проблемы, да. Кто-то предлагает идеи, но не может их, там, может быть, реализовать, да? Соответственно, человека надо как бы приглашать на все брейнштормы, а, он будет генерить идеи, и потом а, из этих идей ты как бы отсеешь и найдешь что-то, что будет реализовывать уже вся команда. Ну, то есть, на самом деле, люди как бы различаются по навыкам, надо в вот, большой компании, благо, когда у тебя там не один или два человека, которые должны быть вот, вот такие мультитаскинг, да, которые умеют там все делать. Ты можешь уже применять навыки команды в их лучшем исполнении. И это как раз задача человека, который управляет да, командой неважно, там я, большой командой или кто-то более маленькой командой, находить и давать людям те проекты, которые как бы будут их в том числе развивать и мотивировать. Раскрыть это да, раскрыть. Поэтому здесь, вот, кстати говоря, когда человек видит какие-то свои там недостатки, он ну, как бы, если с таким критическим мышлением, он начинает над ними работать. То есть, вот как ты сейчас сказала, да, о том, что есть какие-то там проблемы, ты более внимательно к тексту, чем тот человек, который считает, что... Я когда расставался с человеком, там, не знаю, с красным дипломом одним, да, как раз филологическим, да, потому что человек, возможно, как бы весьма грамотный, но он писал настолько быстро и не обращал внимания на детали, что тот продукт, который он выдавал, ну, он был как бы вот не подходил под вообще критерии русского языка и того, что нам хотелось бы, да. То есть вот это, наверное, как бы важный навык, и он на самом деле двигает. Потому что с одной стороны, вот мы вначале говорили про удачу, а с другой стороны усердие. Вот мне кажется, что усердие, ну удача это хорошо, когда она есть, а вообще это усердие, вообще это труд. То есть вот я помню там первые годы в лаборатории, когда у нас было очень мало в команде, мы работали по выходным, потому что там ты как бы делаешь какую-то вот рутину, а выходные у тебя остаются тексты, которые интервью тебе нужно там, например, вычитать, поправить. Ты их не можешь делать вот в потоке, потому что тебе надо сосредоточиться. И у тебя уходят на эти выходные. Потом раз начинается понедельник. И вот так вот как бы нескончаемо как бы вот идет вот такая вот работа. Но ты очень тоже прокачиваешься, да. Через какое-то время ты уже начинаешь как бы видеть и комментировать там, тексты других людей, да, которые приходят к тебе в команду. Ну, то есть попав в коммуникации, мне кажется, можно вот как бы говорить про пиар-менеджера, не обязательно заканчивать а, связь с общественностью, да, вот идти там прям изначально в креативную индустрию. Можно заканчивать, закончить экономическое, получить образование, а, там, ну, филологическое и какое-то лингвистическое, оно в целом полезно, потому что вот этот навык грамотности, он в целом у тебя должен присутствовать по умолчанию, можно быть экономистом. У меня работают и политологи, и психологи, да. То есть люди, получившие такое гуманитарное комплексное образование, да, прочитавшие много, знающие много, и дальше уже ты можешь оказаться в коммуникациях в целом, ну, как бы вот, может быть, даже как я. Хотя, наверное, сейчас, может быть, это окно не такое большое, но а если ты молодой специалист, то в целом попасть в то же пиар-агентство, ну, мне кажется, это несложно, да. То есть это возможно, но ну, вот мой пример тому подтверждение. Вот мы скорее сейчас обсудили причины за того, чтобы работать в пиаре. А вот если поговорить про против, Сейчас ну, уровень глобализации в мире какой-то просто сумасшедший, развитие технологий, там нейросети и все остальное. И кажется, что развитие, ну, что в принципе хороший продукт сам себя, ну так, верхнеуровнево, кажется, что сам себя может продавать. И для этого, и не то, что там пиар не нужен, даже маркетинг уже не нужен. Вот что ты на этот счет думаешь, чтобы сказал, так ли это или нет? Можешь прокомментировать. А есть какие-то примеры? Сейчас достаточно много примеров того, как там совсем небольшие стартапы, у которых где действительно работает там даже не 600 человек, там не 300, а всего лишь 2-3, становятся суперуспешными и вирусится это все там, просто в интернете, в соцсетях и при этом люди, которые, ну, создали этот продукт, у них нету пиарщиков, отдела маркетинга, директоров. да, да, коров, да такое, такое бывает. Но это вирусится на уровне. Там недели, месяца. А, помните, как появился Clubhouse, мы все туда зашли, да. а, активно, а друг вышли? активно поработали там, делали эфиры, мне кажется, все делали эфиры, да, вот, а, это был такой хайп, он прошел. Вот а, с точки зрения хайпа, для хайпа может быть даже, как бы, и не пиар, и, там, и не маркетинг, и, может быть, чуйка просто основателей, и она может сработать, да, ну, как бы... Так, такие примеры вот действительно существуют да когда если ты хочешь работать а, вот какую-то короткую дистанцию и тебе нужно там повысить какие-то продажи ну может быть даже маркетинга достаточно да ну то есть вот маркетинг красиво упакует а, отдаст это а, к заказчику а, сделает какие-то там точечные не знаю там прозвоны или еще что- то да уж как бы Отправит рассылочку, да, разместит баннеры. Вот. Если ты хочешь играть в долгую, и у тебя там сложные продукты, ну, нужные, да, как показывает текущая ситуация. У нас где-то порядка 400 тысяч угроз, возникает только каждый день, да. Ну, то есть как бы защищать одно дело там устройство, устройство другое дело критическая инфраструктура, это, я не знаю, там электричество, подача воды еще. Вот, если это все останавливается там на полдня, мы, в общем, уже как бы не знаем, как выжить да, в такой ситуации. Вот. И эти все процессы, они тоже требуют там определенной защиты. И вот как продвигать такие истории? Ну, я бы как бы считаю, что пиар он до сих пор остается таким эффективным. Ну, как раньше, там, не знаю, в советский год был, этот отдел назывался реклама и пропаганда, да, вот, ну, как бы понятия public relations тогда еще как -то да -да -да. не было, да, вот, я просто, мне кажется, даже у вас где-то есть вывеска вот про эту рекламу и пропаганду да -да -да. здесь, да, вот, а, то сейчас этот инструмент работает, и практически все большие корпорации, они в него заходят, потому что коммуникации и выстраивание пиара, оно дешевле, чем, ну, допустим, прямая реклама. То есть проще поставить долгие взаимоотношения с журналистами. А я вообще верю в то, что медиа relations или выстроенные взаимоотношения с журналистами, это то, что должно быть у каждого бренда. Потому что только одним контентом ты не сможешь нивелировать, например, кризисную ситуацию. Ты не дашь эмоций ты будешь просто вот брендом, который, не знаю, там, выпустил э -э, тот автомобиль, вот у него какие-то показатели, и все, да, ты должен давать какую-то эмоцию. Поэтому как раз вот э -э, там автомобильные бренды очень активны в организации каких-то там, не знаю, престуров, допустим, да, э -э, там, не знаю, застройщики, да, тоже очень активны в создании каких-то ощущений, впечатлений от покупки той или иной квартиры, да, э -э, что это вот не просто бетонная коробка, да, в которой тебе придется еще там очень много вкладывать, да, а что посмотреть, посмотрите, какая у нас тут как лужайка тонко. замечательная, да, а у нас тут вот баскетбольная площадка для вас будет, да, и не важно, что потом вы еще будете два года ремонтировать эту жилплощадь, да, но баскетбольная площадка будет с самого начала, и в целом они не врут, да, они говорят правду, вот то, о чем я как раз говорил. Нет, Помимо того, что пропаганда закрылась, знаете, да? Да, Пропаганда Москве закрыл. А, то есть а, ты сейчас хочешь иными словами сказать, что даже несмотря на то, что появляется искусственный интеллект, и еще что-то он не сможет заменить вот ту часть, которую а, делает сейчас человек. Да, мы применяем искусственный интеллект а, или так, как это говорится механизмы машин ленинг, да, а, даже в деятельности пиара. Это, например, озвучка, да, озвучка роликов, ее можно сделать сейчас. Замечательно. Ну, то есть у тебя есть Евгений Касперский, который путешествует по разным странам, и он записывает рилсы про то, как он был здесь или там. Он, в принципе, может прекрасно записывать и на английском языке, но записывает на русском. Тебе нужно это сделать для глобальной аудитории. Ты скармливаешь определенное количество его речи в искусственном интеллекту и получаешь озвучку на английском языке, которая в целом, ну, по тональности, по всему, очень похожа на голос Евгения. Ну безусловно, ты пишешь о том, что это озвучено с помощью АИ-технологий, как бы не обманывая слушателей и зрителей, вот. Но такие вещи они позволяют донести и дать, как бы твой голос становится услышанным уже как бы на большей аудитории. Поэтому я за то, чтобы эти технологии как бы приходили в нашу жизнь, просто у нас может как бы на протяжении там индустриализации всегда знаем там лудит, еще вот появляется что-то новое давайте поломаем эти машины не надо их ломать их надо а, умело применять в своей деятельности а вот если говорить про саму лабораторию то тут можно сказать что вот эти инструменты машин ленинг они у нас применяются уже там с нулевых годов потому что вот эти 400 тысяч а, зловредов которые появляются их нельзя обработать вручную mm. там сотни людей занимаются автоматизацией процессов и как раз пишут вот эти а, а, механизмы машин ленинг для того, чтобы ну, уже вот как бы софт ловил и останавливал вот эти все угрозы. Вот, поэтому как бы вот инструменты машин-леунинга известны давно, в какой-то мере они сейчас просто стали хайповыми, как мы говорим, и сейчас появляется больше практических применений, в том числе вот как бы таких дребительских, да, таких вот практических, да, которые позволяют нам, например, озвучивать или переводить что-то на лету? Мне кажется, это прекрасно. Ну, то есть, я вообще сторонник технологий, как бы с ними работаю, и считаю, что они делают нашу жизнь лучше, если мы просто как-то как, как бы, умеем их дозировать, да? Ну, тоже тут -то не надо, как бы все хорошо в меру, как там в Альфийском храме было написано, да. Все хорошо в меру. Есть такой вопрос: значит, ты 17 лет работаешь в компании в одной и той же, как ты сказал, твой папа 51 год. Нет ли. Ну, ощущение, что ты устал, или наоборот, есть в этом какая-то для тебя история для вдохновения, что ты уже так долго. Бывают ли у тебя какие-то кризисы, эмоциональное выгорание? Что ты с этим делаешь? Ну, вообще, унылый пиарщик это беда компании. Да? А пиарщик должен быть жизнерадостным, поскольку он преломляет все, что делает. Ну, пиарщик-интерпретатор, да, в какой-то мере, он преломляет то, что делает компания, вовне, вот, поэтому он должен как бы улыбаться не натянуто, да, а улыбаться от души, да, это как бы все ловят и замечают очень быстро. Вот. Ну, кризис, как бы, какие-то внутренние там переживания у всех, наверное, бывают, но тут я для себя нашел очень хороший инструмент. Вы знаете, вот был какой-то момент, когда вот казалось так, ну, все плохо, вот там, вовне плохо, где-то я там, может быть, устал, работы много, и там вот месяц, и тебе все не нравится, и я просто это очень хорошо помню, потому что это был декабрь месяц, и ты не запланировал там никаких поездок там семьей куда-то да то есть вот январские праздники ну вот как будет так будет а, ну просто какая-то вот какой-то тлен да и тут а, что очень хорошо сработало это тоже вот эмпирически ты понимаешь да вот как вообще по жизни очень много вещей как-то происходит а, а, приходят гости праздновать новый год а, ну и вот, думаешь поскольку никуда не уезжаешь, ну, давай позовем еще гостей там, там 2 -го, 3 -го числа, когда так немножко вдохнем, потом там 5 Рождество 7 да, и, в общем, как бы... Потом оказывается, что есть какие-то друзья, которые вдруг приезжают из Казахстана, приезжают из Европы, они занимают все окошки, которые были. И получается так, что ты 10 дней, ну, по-моему, один день был перерыв на каток, да, вот, там сходили в лужники, да, а ты встречаешь гостей. То есть с утра нарезаешь селедку под шубы, то есть ну, такие классические там салаты, там еще что-то и ты 10 дней общаешься с людьми. И это, должен сказать, настолько тебя как бы меняет вот твое восприятие. Вот я помню декабрь, да, я помню январь, да, когда я провожаю там семью крестника в последний выходной день, я прихожу домой, я понимаю, 10 вечера, завтра в офис, и, и я так понимаю, слушайте, а что-то я вот ходрил весь декабрь, да, что-то у меня так как бы чем-то я не... Я вообще счастлив вообще хочу приступить быстрее там, к работе. Но а, а вот, а, вот, не знаю, вот у меня был такой... Я бы вот... после такого отпуска хотел еще отдохнуть. Да. да, вот, а у меня был такой опыт, ну, видимо, для всех это индивидуально, но для меня вот это вот общение, когда ты а, не думаешь о каких-то своих таких проблемах, да, то есть вот я реально 10 дней я наслаждался общением с интересными мне людьми с каким-то родственниками с кем-то близкими людьми и вот оно абсолютно переключает твое вот как бы восприятие какое-то может быть не очень позитивное да? поэтому вот для не знаю там людей моего склада я могу посоветовать вот общаться да, в моменты уныния это очень помогает. Если еще немножечко поговорить про саму профессию пиарщика и скорее причины за, ну или же против, а какие сейчас вообще зарплаты в этой отрасли, какие зарплаты по рынку? Сколько стоит пиарщик, не знаю, среднего уровня, там высокого уровня? Хорошие зарплаты на стране компании, они, наверное, выше, чем в агентстве в большинстве своем, да, как бы люди, которые переходят на нашу сторону, они обычно апгрейдятся. А, ну, вот я могу сказать, например, про того же стажера, который приходит к нам в компанию. Я просто помню, что, мне кажется, я сам на такую зарплату в компанию приходил. Это от 50 тысяч, да. То есть вот стажер, который еще учится там на четвертом курсе или там в магистратуре, а если это специалист, это там вилка где-то 100-200 тысяч, да. Если ты уже как бы лидируешь что-то, то это суммы большие, да. Но в целом я как бы говорю здесь про индустрию технологическую, может быть, в других индустриях это не так высоко, но в целом работа и пиарщика можно заработать себе и на хлеб, и на отдых, и, в общем-то, как бы вполне себя комфортно чувствовать. То есть Здесь есть спрос спрос на качественных, умных и как бы интересных людей, которые могут приносить что-то новое. Поэтому в общем у меня был опыт работы с пиарщиками, даже с пиар-отделом я занимался развитием танцевального центра Мигеля да, известного танц... танцовщика и наставника шоу-танца на ТНТ, работал в его команде, в его проекте. И у нас ä, прям был пиар-отдел, и ä, руководитель пиар-отдела говорила такую мантру постоянно, что хороший пиарщик на самом деле это тот пиарщик, у которого э, есть в загашнике большое количество контактов э, различных там журналов, каких-то медиа, СМИ, э, с которыми ты хорошо контактируешь и по сути вот э, хороший пиарщик это не тот, кто ну типа может написать статью там или помочь ее как-то скорректировать э, и купить ее, а да где-то какую то публикация. Хороший пиарщик это тот, кто э, умея договариваться и делать пиар бесплатно. Вот ты разделяешь такой тезис ну, или нет, а Вообще изменилось ли что-то да, в индустрии? Здесь абсолютно все верно. Пиар это прежде всего бесплатная история. Да. бывают спецпроекты, когда тебе нужно уже разместить ну, какую-то такую информацию, которая не является новостной. Но в чем задача как бы пиарщика? Вот, например, мы делаем огромное количество исследований, маркетинговых исследований или там, социологических, да, когда мы исследуем то, как люди относятся к той или иной проблеме. Например, цифровые суеверия, да, они присутствуют, вот там, буквально сейчас выходят тексты, мне кажется, да, на эту тему. А цифровая амнезия, мы не помним там больше двух телефонов, да. Вот когда мы выпустили и провели это исследование, спросив людей, да, а, это было во всех мировых СМИ, да, то есть на всех как бы мировых каналах, да, вот это Digital Amnesia, да, проект он там был. А, там цифровое похмелье, да, о том, что вы иногда что-то постите, а потом страдаете от этого, да, или проходит пять лет, а вы становитесь политиком и опять страдаете, да, или, ну, там много было вариантов, Или да? ты даешь интервью ты Да, и потом кто-то страдает. Да. Вот, да. Безусловно, э, иметь контакты это важно, но тот же поле контактов оно сужается. Вот с мы говорим про технологические СМИ. Я не знаю, как там в области дизайна, но все вот эти вот компьютер, пресс, компьютер, э, ком, компьютера, э, компьютер бил, чип, там ЦТ вышедший на небольшое время на наш рынок, они все схлопнулись То есть теперь тебе нужно работать с э, э, Массовой аудитории. Напрямую, напрямую, ну, не как напрямую через uh, General сми через новостные агентства, через деловые. Соответственно, ты должен, вот я как бы сказал про компании, которые мы запускаем, uh, мы заворачиваем контент таким образом, есть у нас, например, приложение по родическому контролю. И просто эта продуктовая новость, она мало кому интересна. Но если ты проводишь uh, ежегодное. Исследования взрослые и дети в интернете, о том, как относятся к потреблению интернета детьми взрослые, как дети относятся к этому, как они вообще смотрят на родителей. Там вообще очень диметрально бывают противоположные позиции детей и взрослых и то, как они друг друга воспринимают. Да? Там, ты проводишь это исследование каждый год, ты выпускаешь его. Например, это исследование нам, нам дает порядка 10 новостей. И дальше ты уже видишь, что через 3-4 года на это исследование ссылаются а, и государственные органы, там, даже не знаю, предлагают нарисовать плакаты, чтобы повесить их в поликлинике, да, чтобы как бы информировать а, а, население там, о некоторых аспектах а, защиты как раз вот самых уязвимых там, детей. Ну, в принципе, старшее поколение оно тоже достаточно уязвимо, потому что не знает, как пользоваться там, гаджетами. И сейчас очень большой натиск от разного рода мошенников. Вот, то есть ты заворачиваешь продукт в проблематику. Data Dollar Store, которую мы, в общем, раскатали по всему миру. В чем суть? Суть в том, что все ваши данные на телефоне имеют ценность. И мы приглашаем вас в такой поп-ап стор, да, временный магазин, где вы можете выбрать, ну, там, не знаю, сувенирку, расплатившись данными. В витрине этого магазина есть большой монитор, на котором будут транслироваться. Ну вы подписываете там определенное согласие и э, менеджер, который там стоит, выбирает э, рандомно там одну фотографию, вы берете кружку, две, три фотографии, вы берете футболку в зависимости от того, то есть вы расплачиваетесь своими данными. Если как бы выбираете сами, то это меньшая ценность. Если выбирает вот как бы менеджер, стоящий там у прилавка, это ценность выше этого. И тут люди начали задумываться, а это же действительно ценность, а я вот сейчас вот там вот как бы что-то покажу, а да? может быть это как-то повлияет на мою репутацию, да, там дойдут в моем телефоне. Вот, мы пока это не теряем, мы обычно это не осознаем. И вот этот проект, он был раскатан даже, не знаю, там, как маркетингом на Alpha Future People, вот когда это были фестивали. Мы использовали это с журналистами в общении там в разных регионах, от Латинской Америки до Ближнего Востока, да. Но это очень неплохо заходило. Но вот такие вот вещи, их надо как бы придумывать все время. Я еще поняла, что... и в целом это уже идет какая-то накрутка среди разных компаний, что это цифровое наследство, потому что если раньше, например, этого не так было много, то сейчас это целая история. То есть человеком что-то случается, он даже просто сейчас стареет, там или еще что, то но у него есть телефон, компьютер и куча вот этих данных, которые не просто только что-то стоят, ну как бы на рынке, а что-то стоят или не стоят для его близких, может быть не сейчас, но потом это там фотки, не фотки и часто там ни никто не понимает, как получить к ним до конца доступ, потому что запарольные телефоны. Я знаю, что у Меты, это запрещенная организация mm -hmm. в нашей стране, появилась история, что можно оставить типа как завещание цифровое, цифровое да, да, и можно его потом принять все, то есть доверенному лицу. И вроде бы у Apple тоже какая-то такая штука есть, но как-то это, в общем, все работает. Очень непонятно, на самом деле, до конца, и как будто бы... Всю область не охватывает. И самое важное, что потом не ясно, что с этим делать. И типа на своем телефоне не очень комфортно хранить, потому что есть тоже свои ограничения. Ну, в общем, это просто к тому... Но это что... добавляет какого-то да. стресса нам да, всем, потому да. что мы не очень понимаем, ну, то есть, как мы можем что-то достать, поскольку даже когда оно хранится в каких-то сервисах, оно по лицензионному там соглашению, которое мы как бы кликаем, нажимаем ОК вполне возможно, оно даже нам не принадлежит, да, то есть, когда мы что-то куда-то загружаем, оно находится как бы не у нас, а там. То есть мы привыкли, что мы все пользуемся этими облачными сервисами, но тут действительно есть проблема, есть проблемы там цифровой этики, есть даже как бы специалисты, которые занимаются именно вот этой областью, да. А... Для меня это тоже пока не очень понятная область. А... Кажется, что сохранив все на винчестер ты как бы имеешь это дома, но этот винчестер может посыпаться, и есть примеры, а, наверное, у каждого, и там у друзей, да, которые теряли просто целые там архивы да, да, да. и эпизоды из жизни, вот, поэтому, когда ты приходишь к родителям, открываешь эти альбомы, а, ты понимаешь, что вот да, есть эта фотография, ты можешь ее посмотреть, да, это и, пока она не сгорела. Ну, <смех> <смех> это да, это другая, это же физическая физическая да, безопасность. Ну, да, ну что пожар, в общем залив, в любом да. случае чувство безопасности это же эфемерная история, и оно градируется ну, базовая, от контекста да. того, где ты находишься, наверное, потому что там человек условно, который был недавно в какой-то стрессовой ситуации неожиданно может почувствовать себя абсолютно комфортно в месте, где раньше ему было не очень. Ну, то есть так работает. Но в целом, на самом деле, хочется перейти опять, вернуться к тебе от профессионального мира. Как, на твой взгляд, ты бы одним предложением мог выразить свой принцип в работе? Кредо ты называешь это да. дело. Вот. Как-то очень коротко, чем ты руководствуешься? Честность, открытость, Ответственность. Супер! А, спасибо тебе, что ты пришел. Очень интересно. У Я с большим удовольствием слушал, узнал для себя много чего нового вообще про весь мир тот, в котором ты живешь, и про пиар в том числе. У нас есть традиция. Мы всем своим гостям дарим подарок из нашего магазинуса. А, наиболее актуальный для тебя нам показался, что будет вот такой вот чехол для чемодана. А, собственно, он графически оформлен нашим паттерном, который мы регулярно выпускаем. Здесь постараюсь элегантно. Здорово. Я достаточно много путешествую и использую чехлы, так что это прямо Актуальный мелко... подарок получается. Круто. Мы Собственно, попали. А, тут котики такие очень милые а, на мини размер. Я думаю, что у тебя достаточно много командировок 40 стран. Это супер много. Собственно, вот вам с а, медвежонком да, дракоши для путешествий. Угу. Вот. Друзья, у нас еще есть одна славная традиция Мы дарим подарки нашим зрителям В комментариях, пожалуйста, напишите Зачем нам нужен вообще пиар В принципе, или напишите какую-то историю Связанную с пиаром Может быть, вы работаете пиар-менеджером Расскажете что-то нам интересное А в качестве подарка за лучшую историю Мы подарим вот такого замечательного маскота Лаборатории Касперского Мидори Кума, правильно да, я говорю? зеленый вот. медведь Такой зеленый медведь в фиолетовом кабинезончике за самый классный э, коммент. Поэтому обязательно пишите. Подписывайтесь на наш канал, где бы вы не смотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. А с вами сегодня были я, Екатерина Арсенева, Никита Деменков и Михаил Васин.